Отделение Пенсионного фонда Республики Дагестан на территории Каспий Лада города Каспийска провело торжественное вручение 22 новых автомобилей Лада Гранта инвалидам республики, которые пострадали от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Отметим, что все машины оборудованы под людей с ограниченными возможностями здоровья. Граждане, которые имеют травмы конечностей, для них специально производятся автомобили марки «Лада Гранта» с ручным управлением для их обеспечения. Автомобили выдаются сроком на 7 лет, в течение которого они могут также производить ремонт. А также по истечении 7 лет граждане могут получить еще один новый автомобиль, если в этом будет необходимость по медицинским показаниям и прописано в карте программы реабилитации пострадавших. В течение этих 7 лет гражданин, пострадавший на производстве, не имеет права их продавать. А по истечении 7 лет уже могут либо продолжать пользоваться, либо дальше уже продать. И имеет право уже в случае нуждаемости, которая будет прописана в программе реабилитации, получить уже новый автомобиль. Сегодня некоторые горожане получили новые автомобили повторно. Также жительница республики Хадижат получила машину в третий раз, чему она безмерно рада. Первая была моя шестерка, потом другой вот такой еще, какой забыла я имя. А, тоже была выданная пенсионным фондом? Да, вот такой был. Очень хорошо, сын ходит, но я не умею. Правая все есть, не умею, боится, я сидит. Спасибо, очень меня ждали, во мне люди уважали. Жизнь отдала наша еще стройка, работала. Еще наш еще жалеет. Спасибо начальству всех. Кроме того, важно отметить, что в течение 7 лет собственники автомобилей могут получить компенсацию за ремонт машины в размере 30%. Осенью текущего года планируется провести еще одно вручение автомобилей нуждающимся.